фарш добавить петрушку, значит, яйцо и сыр тертый. Посолить немножко и все это хорошенько перемешать и накатать шарики. Пожарить чеснок и затем закинуть сюда томатную пасту и хорошенько ее прожарить. Томат пожарился, затем закинуть сюда базилик, посолить, налить кипяченую воду и закинуть фрикадельки. Закрыть кастрюлю крышкой и варить минут 15-20. Фрикадельки готовы. Приятного вам аппетита!